Приветствую вас, жители Терры. Давайте помолимся императору и, пожалуйста, не обращайте внимания на этот знак. В конце концов, все мы прекрасно понимаем, чего ради мы здесь сегодня собрались. Разумеется, ради перловки. Добро пожаловать. Да, наконец-таки контент по Вархаммеру 40 тысяч, и давайте будем честны, эта вселенная не заслужила, чтобы я стартовал подобный контент с этой рубрики, однако сегодня перлы из фанфиков по Вархаммеру 40 тысяч. Да. Сразу скажу, что накопал я их достаточно мало, я бы даже сказал, очень мало, и чтобы разбавить немножечко повествование, чтобы, ну, хоть как-то, скажем так, даже растянуть хронометраж, я отыскал помимо обычных ляпов, помимо пары десятков ляпов, еще один нейрофанфик. Как помните, я делал выпуск по фанфику о Гарри Поттере, написанном при помощи нейросети. Так вот, здесь примерно то же самое. Это будет, так сказать, вторая часть Мерлизонского балета, а первая — классические перлы. Ну и вот, и прежде чем начать, ребят, сразу хочу сказать, вы уж меня простите, я не знаю, с чего вы взяли, что я какой-то специалист по Вархаммеру. То, что мне он нравится, это не значит, что я в нем прям все прекрасно понимаю. Нет. В плане лора я тут не то, что прям полный ноль, но такая немножечко смелая единичка, и все мои познания, они от моего друга, который постоянно мне рассказывает, как отличить Астартес от Сороритас и прочее. Так что уж, пожалуйста, не обессудьте. Однако, давайте уже приступим, так сказать, к десерту, в конце концов. Чё? Тянуть кота за импичмент, да? Было решено отправить отряд имперских кулаков вглубь заросшей болотистой пустыни. Знаете, единственное, что приходит в голову, это тифон. Вот, казалось бы, там нет ни хрена, то бишь пустыня, но она при этом и заросшая, и, по-моему, там даже болота были. Не знаю. Не знаю, пофиг, что там было, после Экстерминатуса там уже точно нет ни болот, ни зарослей, ни, наверное, даже пустыни. Хотя нет, пустыни там краски теперь есть, большая пустыня, величиной с планету. Да. Для устранения потенциальной опасности ввиду близко расположенного жилого поселения неподалеку. Это не выдержка из протокола милиции при задержании какого-нибудь алкаша вооруженного, там, не знаю, газовым пистолетом, нет. Это, как я понимаю, один из космодесантников или имперских, как это называется-то, солдат, солдат имперской гвардии, я бы даже сказал, высокопоставленных лиц имперской гвардии, пытается избежать лишних жертв. Я не узнаю Вархаммер. Я, может, чего-то, опять же, не знаю, но, по-моему... Помните песенку «На мою девушку упал космодесантник, да, поправил ракетный ранец, умчался в небеса, ей пофигу». Вот, мне кажется, что вот такая империя, она больше походит на... Ну, в общем, она ближе к лору. Ну да ладно, ладно. Их огромная обувь растаптывала под собой каждую травинку, но у них были другие намерения. Ох уж мне этот пацифизм в мире Вархаммер 40 тысяч. Ох уж мне эти пацифистские, кстати, что это интересно за орден такой был, что боялся травинку растоптать. Нет, ну я согласен, у них были немножечко другие намерения. Им как бы немножечко было в тот момент, скорее всего, не до травинок. Зачем это уточнять, непонятно. По-моему, это забавно. В мыслях же он успел припомнить все известные ругательства, пополнив этим свой лексикон. Интересно, это что же то он? Их сначала вспомнил, а потом узнал? Налицо нарушение пространственно-временного континуума. Где-то тут засел Дзинч. Наверняка. Изменяющий пути. Вот он так замечательно изменил пути этого фикрайтера, что он все напутал. Так, душа, закаленная в столетиях войны на несколько фронтов. На нескольких фронтах тогда уж. Сейчас вздрагивала от каждого шороха и порыва свежего ветра в лицо. Вот что называется космодесантнику пора на пенсию. С другой стороны, какая нахер пенсия, если вот выйдет он, там, не знаю, из своей лачуги там где-нибудь, да, в уединении на мольбу для императора, ему ветерок в харю пахнет, а он тут же вздрогнет. Кому он такой нужен? Лучше, наверное, сразу в дредноут, честное слово. «Аровус, нейтрализуй! Отряд, наводи!» «Нейтрализую», — сказал боец, регулируя оружие. «Те чё приказали, регулировать, блин, или нейтрализовать? Что за дисциплина у них там в Империуме?» «Эх, не зря Хорус свои игры ведет. Надо там порядок наводить. Однако...» «О,
Орк за деревьями обернулся. «Враг засек нас! В укрытие!» – заорал Форос, приготовившись бежать. «Да. Нет, я понимаю, что ситуация могла быть выдрана из контекста на самом-то деле. Это вполне нормально. Возможно, если их засек один орк, то теперь их засекла вся там громада этих самых орков где-нибудь позади. Ну, по-моему, как-то это не свойственно космодесантнику бежать от одного какого-то затрепанного орка, проще его как-нибудь пристрелить, свернуть ему шею, и как бы он не успеет доложить никому ни о чем. Нет, надо бежать в укрытие от одного орка. С другой стороны, если это был какой-нибудь варбосс или безумный этот мек, или кто у них там, шаман, шайтан, да? Да еще и верхом на упертом танке, тогда, возможно, все это имеет какой-никакой смысл. Орк был облачен в толстый серебряный шлем. Знаете, мне сразу представляется такая картинка. Знаете, вот эти вот такие аттракционы, когда ставят три колпачка, под ним шарик, да, там кручу-верчу, поднимает колпачок, а там орк. Как можно быть облаченным в один единственный шлем? С другой стороны, я недавно перечислил... А, ладно, знаете что? Короче, примите как факт, что может, походу. А если вы вдруг сомневаетесь в этом, спросите у автора этого фанфика, если вы, конечно, его найдете. Сомневаюсь, потому что наверняка император его уже линчевал за подобное отношение ко вселенной. Колени были надежно защищены жирной, широкой, доисторической броней. Знаете, мне казалось, что космодесантники, да и не только они, а в принципе любой затрипанный имперский гвардеец со своим затрипанным лазганом, да, не просто самостоятельно это делает, а даже обязан наверняка по кодексу чистить свои доспехи и свое оружие, особенно если оно древнее, реликтовое, в конце-то концов. Как они допустили, что оно у них жирное? Оно что, у них из рук не выскальзывает при стрельбе, нет? Я бы на это посмотрел. Наверняка это после бойни с каким-нибудь Нурглетом. Их перло все больше и больше. Ну, судя по написанию, перло автора фанфика на уроках русского языка. Ладно, это я придрался, конечно. Возвышалась гора мертвых орочьих тел, удобно расположившихся в луже крови. А вот тут сложно, знаете ли, не придраться. Ничего не скажешь, выбрали самое удобное, наверное, место для расположения. В луже крови. Наверняка даже собственной. Не указано. Может, это была лужа чужой крови, может, они ее напились и спят теперь. А может, это вообще был какой-нибудь там грок условный. Так, их количество уже давно перевалило за сотню. И это все на кучу жалких космодесантников. Знаете, мне очень понравился чужой коммент под этим... Под этим перлом. Жалких двухметровых генномодифицированных суперсолдат потомков бога. Вот уж действительно жалкие космодесантники. Не знаю, лучше и не скажешь. Голубое небо покраснело и залилось оранжевым светом. Раздался взрыв. Впереди зияло. Кто там зияло? Огромный гриб из пыли вырос над местом баталий. Это орки, что ли, пошли? Форусу ошпарило глаза. Чем? Кипятком или жиром, который они не соскоблили со своей броней древней? Нет, ребят, это пока еще не нейрофанфик. Это пока еще пишут люди. Как только пойдет написанный искусственным интеллектом, я вам обязательно скажу. Я понимаю, очень трудно не перепутать. Но вот... Учтите, это пишут люди. Возможно, это люди из культа генокрадов? Не уверен. Это многое бы, кстати, объяснило. Снег, на котором он поместился, почернел, прокис, стал ноздреватым. А если речь идет о каком-нибудь адепте Нургла, то что удивляться-то? Он вспомнил этот вой, едва не задавившего его танка. Классно. Его вой едва не задавил ли танк? Хотя, с другой стороны, если речь идет о какого-нибудь Лемонрасе вот с таким вот, то да, там, в общем-то, можно выиграть только напугав своим воем. Ну да ладно, чего это я? Сосредоточил энергию Абсолюта на создании чары сверхсильного огня.
Чего, блин? Еще раз. Сосредоточил энергию Абсолюта. Это варп, что ли? Типа так называется, энергия Абсолют. На создании чары, может, чар, сверхсильного огня. Это похоже на правду, да. И покрылся толстыми огненными шарами. Это как Рон, что ли, который покрылся пауками? Если что, ребята, это все еще пишут люди, честно. Солнце уже укатило за бугор. Как поросенок Петр, что ли, на сраном лендрайдере. Наверняка просто увидела суровое лицо императорской гвардии, имперской, вернее, гвардии, и все. Укатило за бугор. Он вынул пиломеч и перехватил его на манер двурушника. Тут забавная опечатка. Вместо двуручника написано двурушника. Двурушник – это, по-моему, такое полотенце, которое вышивали в старину на Руси. Вот. То есть я так понял, он перехватил его на манер двурушника. Вот так вот, хоп-хоп, и по жопе им так шмяк, как в бане, знаете. Грозное оружие, на самом деле, зря смеетесь. В правом углу стояла каменная ниша с ямой. Не спрашивайте, это, так сказать, под занавес. Очень мало сегодня получилось именно перлов по вселенной Вархаммер. Почему-то у меня не вышло найти их больше. То ли радоваться за эту вселенную, что так мало делают, так мало, вернее, пишут глупостей, то ли просто я плохо искал. Возможно, у вас есть более интересные источники. Однако, как я уже сказал, я сегодня подготовил для вас вторую часть марлезонского балета. Это тот самый нейрофанфик. Вот что пишет автор этого самого нейрофанфика. Автор. Как-то раз император решил устроить на Терре чаепитие, которое сразу же приняло несколько абсурдный характер. Да, все-таки вселенная Вархаммер 40 тысяч – это очень суровая вселенная, и поэтому, наверное, мне, как ярому пацифисту, который не любит убийства, который очень мирный, да, наверное, мне было очень трудно припасть к освещению этой вселенной, но тут я увидел, как император со своей свиты, скажем так, со своими сыновьями, примархами, возможно, даже, не знаю, не читал, пьет чай и подумал, что, наверное, я нашел то, что искал. Какое отношение имеет к нему война примарха Рогаладорна с неандертальцами? А фиг его знает. Работа написана шутки ради, частично мной, частично нейросетью на основе написанного мной. Ну, то есть стандартная, взял набор фраз, набор, так сказать, тезисов, загрузил в нейросеть, она выдала вот это. Посмотрим, как справилась нейросеть по сравнению с живыми людьми, перлы которых я вам только что зачитывал. Император человечества сидел за столом и пил зеленый чай с лавровым листом. Начало мне уже нравится, это прям как я. Разве лавровый лист его заваривают в чай, что ли? По-моему, его только в суп заваривают, который шикарно наварили. В руках у него был старинный имперский глобус. Сразу почему-то вспомнился глобус Украины. Забавно. Глобус в каждом углу... в каждом углу которого были отмечены висящие там самые большие цугундеры. Что такое цугундер? Не знаю, мне почему-то представляется лазган. Будем считать, что это такие лазганы специальные. Или даже лучше плазмоганы. Хорус с удивлением узнал Куманекские горы. Вы извините, ребят, я далеко не все названия знаю, там Лондор, Лотрик и прочее. Это я все, так сказать, на зубок выучил, а вот такие вещи, как Куманекские горы, придется читать по слогам. Не переживайте, инквизиция уже выехала за мной за подобную провинность, так что... Пусть добирается, как раз к концу ролика доберется. Так вот, Хорус с удивлением узнал Куманекские горы, видимо, в этих самых цугундерах. Так вот, что такое цугундер-то? Это Куманекские горы. Идите их налево. Было действительно красиво, хотя сам император... Иван Христофорович... Вау. Так вот, оказывается, как его зовут. То есть, нигде... Во всем лоре Вархаммера нигде не упоминается имя император. Император, в принципе-то, есть как имя. Такое имя. Одновременно и имя собственное, и имя нарицательное. Он как бог. Да он, по факту, там и есть бог. А зовут его, оказывается, Иван Христофорович. Как говорится, это Квинаж. Интересно. Так и познается лор
Так вот, было действительно красиво, хотя сам император Иван Христофорович, которого он знал, не очень отличался от кавказских горцев. Так, там Куманекские горы, тут кавказские горцы. В этом есть какой-то определенный смысл, но я пока его не уловил. Если вы уловили, пишите об этом. Поржем. Император был просто большим человеком. Очень большим. Судя по тому, что он успел натворить. Да, если уж он Ктанов лично в бараний рог загнул, то, по крайней мере, одного точно. А дракон, который сидел на его драконе... Так, хорошо, еще раз. Дракон, который сидел на его драконе... А с другой стороны, а что я удивляюсь, господи? Фулгрим, шлюха, дракон на драконе, по-моему, все сходится. Так вот. Ага. А дракон, который сидел на его драконе, был ни в чем не виноват. Как работник BioWare, да. Иван Христофорович собрал армию и захватил гору Куманек во время короткой смуты. Я так понимаю, это начало его крестовых великих походов, да? Говорят, на той горе он впервые в жизни искупался в море. Море на горе. Классно. Только подумать. За многие тысячи лет император никогда не купался в море. А зачем ему? Он император. Он как бы занят другими делами. Там, не знаю. Борется с порождениями варпа. И это тогда числа, знаешь, не пришел. Представляю, что тогда было бы. Да. Хорусу стало жалко его. А, я, кажется, начинаю понимать. Видимо, мы сейчас читаем фанфик о, так сказать, зарождении ереси Хоруса. Вот представьте себе, Хорус понял, что император за уже целую тысячу лет не купался в море, ему стало его жалко, и весь этот, вся эта самая ересь была им задумана исключительно ради того, чтобы его любимый отец искупался. Правда, он почему-то решил искупать еще и всю Терру, и, в принципе, всю Империю, причем в крови, но это детали. Как говорится, задача была поставлена неправильно, бывает. Он подошел к императору и спросил: «Скажите, Ваше Величество, когда я вернусь к себе на Тау-Китар?» А, не, не так. Сейчас. «Скажите, Ваше Величество, когда я вернусь к себе на Тау-Китар, вы найдете здесь все то же самое?» «Курага и творог!» «Вот такие же, как до этого?» «Ну, конечно же, вы их найдете. Какой заботливый Хорус!» «Я не знаю, после вот этого как-то не хочется выступать на стороне Империи. Слушайте, я, кажется, понял, это ж агитка. Это агитка хаоса. Я знаю, кто в этом замешан. Кто еще может плести такие замечательные интриги?» «Нет, ребят, это писал не искусственный интеллект, Амнисия бы себе такого не позволил». «Нет». «Ну, давайте посмотрим, что там будет дальше». Император наградил его улыбкой и сказал: «Рад слышать это, Хорус. Мне до сих пор становится не по себе при мысли о том, что я покинул этот мир». Ирония. Злая ты, сука. Император ласково потрепал Хоруса по его лысой головке. «Какой головке, извините?» «Ладно, забейте». Как только улыбка сошла с его лица, император выпрямился во весь свой грузный рост и закричал: «Шшш, дорогой мой мальчишка! Разве можно так, как вы, сукины дети?» Нет, вот это уже больше похоже на классического императора. Отвратительный папаша, должен вам сказать, всех детей недолюбил. Вот был бы он нормальным отцом, вот тогда, возможно, бы всей этой херни с ересью Хоруса. Я просто сейчас вспомнил такой замечательный момент в Dawn of War 2. Как же называется, Dark Crusade игре, однажды перепутали слова «ереси Хоруса» и сказали «Хоруса ереси». А еще говорят, что я плохо разбираюсь. Ладушки, продолжим. Так, в это время в зал вошел Сангвиний. Тогда уж говорить надо «влетел» наверняка. А, ладно. Вошел, в зал вошел Сангвиний.
Его обычно многоцветный наряд был чист, как белый лотос. Ничего себе, лотоса у них там. Он был облачен в монашеское облачение. В руках он держал несколько тряпочек. Подойдя к Хорусу, он помочился на него. Я все больше понимаю Хоруса с его ересью и все больше сочувствую ему. Это точно агитка хаотиков. Хаоса. Как это? Как называются адепты хаоса? Короче, еретиков. Вот. Император узнал Сангвиния. И что ж это за бухой старикан? Это что, вот он отдуплялся минуту потом? О, Сангвини! Так что ли было? Не знаю. Хорус догадался, что старик хочет подарить ему одну из своих тряпочек, чтобы он смог заткнуть ею дырку от укуса. Так, страсть как накаляется. Император раздраженно воскликнул. Сангвиний, что ты делаешь? Кто тебя заставляет? Сангвинию стало страшно, и ноги его затряслись. Ну прям не примарх, а какая-то сучка, честное слово. Но он молча направился к Хорусу. Наверное, чтобы еще раз на него помочиться. Одного-то раза маловато будет для такого величественного мужа. Император тоже поднял руки вверх. Сдаемся! Так что ли? Дойдя до него, до Хоруса, Сангвиний опустился на колени. Заинтригованный? Я тоже. Я сам не читал еще. И теперь уже жалею. Похоже, тут придется стать плашка 18+. Император посмотрел на его лицо и увидел в его зрачках слезы. Драма драмируется. Наклонившись, император взял Сангвиния за ухо и два раза легонько стукнул его лбом о пол. Я даже не буду показывать сценку, как он это сделал, потому что, ну, это жестоко. После такого странно, что Сангвиний его не предал. Печально. Слушайте, что у них тут за чаепитие такое? Сангвиния лбом за ухо опал, Хорус обоссали. Так, стоп, а тряпочки там зачем были? Я, кажется, потерял нить повествования. Наверняка это было не просто так все придумано, да? С тряпочками, да. Лицо Сангвиния исказилось от боли. Но, вскрикнув, он поднял руки вверх. Чем там занимается вообще? Император рассмеялся. Вот шутник старый. Казалось, ему вдруг стало смешно. И он смеялся. Это сука. Одного сына обоссали, другому. А пол он стоит, ржет. Мудак, ребят, если после этого все еще поддерживать эту шавку, этого трупа на трое. А ладно, хорошо. А то сейчас за мной снова инквизицию вышлет. Уже второй наряд за ролик. А в этот день все попадут в пробку у нас на Московской, как обычно. Потом он приподнял Сангвиния за обе руки и посмотрел на них. В них была только кровь. Его собственные Сангвиния. Отличный папаша. Папаша года, я бы сказал. Лучше, чем Гарри Поттера в «Проклятом дети», если честно. Затем император сделал знак двум воинам, стоявшим в дверях. Те бросились вперед. Сангвиний стоял на коленях на полу и разжимал руки только тогда, когда мечи опускались ему на голову. Блёха, муха. Сангвиний-то чем провинился? Ладно, Хорус. Он хотя бы полор ересь устроил. Сангвиний-то, ёп. Хотя, может, я что-то не знаю. Так, спецы, подключайтесь. Я один не справляюсь. В этот момент от стены отошел Малкадор Сигелит. Это что это еще такое за Малкадор? Он внимательно осмотрел зал и спросил. Сука, вы тут что, все обдолбались? Слушайте, я, кажется, знаю, кто такой Малкадор Сигелит. Малкадор Сигелит – это мой кумир. Потому что мне так и хочется спросить. Сука, вы тут что, реально все обдолбались? Причем персонажей хочется спросить. Потому что к искусственному интеллекту, писавшему это, пока претензий нет. Пока все даже более гладко, чем у естественного органического интеллекта. Ох уж мне эти органики, да? Воины в ответ отрицательно помотали головами. Мол, не обдолбились, не. Тогда Сигелит поднял над головой меч и крикнул. Рот открой!
Как говорится, это закрой глаза, открой рот, и я тебе туда свой меч сейчас. Никто не ответил. А кому захочется? Тогда он дважды ударил мечом по полу, так что клинок взрезал доску. У него что, пол дощатый? Забавно. Взрезал доску на несколько сантиметров всего-то. Воины в ответ отрицательно помотали головами. Тогда Сигелит поднял над головой меч и крикнул: «Рожу размажу, потом на кол!» Так, что у них там за шарады такие непонятные? Никто не ответил. Да что ж его никто не слушает-то? Такой вроде мужик правильный. Хотя я нашел, конечно, с кем разговаривать, с обдолбанными. Тогда он ударил мечом по полу, так что отсек сантиметров 30 доски пола. Вандал сраный. А что на это скажет император, интересно? Сейчас узнаем. Потом он размахнулся мечом и разрезал еще метров 5 доски пола. Потом, видимо, они наняли таджиков из культа Гиннокрада, да? Воины в ответ отрицательно помотали головами. Господи, они, походу, его троллят. Даже меня уже эти воины бесят. Вот, у меня, кстати, вопрос родился. А на кой хер они там, в принципе, вообще сдались? Вот, сначала они стояли в дверях, потом, значит, они подбежали. Нафиг их император позвал? Чтобы они просто головой мотали, что ли? Или это такой специальный план императора затроллить этого самого Сигелита? Тогда Сигелит размахнулся мечом и отрубил еще сантиметров 30 доски пола. «Малкадар, прекрати портить мебель, засранец!» – наконец ответил император. «Идиот!» – буркнул Малкадар и сел на пол. Воины в ответ отрицательно помотали головой. Я не могу уже это читать, все, ребят. Давайте я потихонечку буду уже закругляться, не буду дочитывать это до конца, потому что я думал, тут будет какое-то мирное чаепитие. А в итоге одного бассали, второго об пол башкой, и третьего троллируют просто по-черному. А император стоит и ржет, как мудак. Воины в ответ отрицательно помотали головами. Малкадар встал и вышел из дворца прямо через стену, пробив, видимо, башкой каменный, хотел сказать, свод. Или я бы даже сказал, металлический, из чего там у них дворцы-то? Из всего вместе. Вот. Но пол почему-то деревянный. «Вот пидорас», — подумал про себя Роглдорн. Но пошел за Малкадором. Это очень странно. На Дорна это не похоже. Императоры придворные пожимали плечами и продолжали молчать. Я думаю, здесь пора поставить точку, потому что я уже даже просто боюсь узнать, что там за садомия ждет дальше. Однако, если вдруг вам сильно захочется, как-нибудь можно будет потом продолжить. А пока я, ребят, морально вымотан. Еще ни один фанфик меня так морально не выматывал. Что ж, такой получился вот выпуск странный. Довольно-таки короткий. Как видите, фанфиков мало. Перлов, вернее, мало. Фанфиков на самом деле полно. К сожалению, у меня нет времени, да и желания вычитывать фанфики, чтобы находить в них перлы. Поэтому обычно для этого я посещаю сторонние какие-то сайты, группы и в наглую их оттуда ворую. Короче, ребят, вот что я скажу. Это еще не самое страшное, что можно было найти на просторах интернета. Вот однажды я наткнулся на перлы по вселенной Ведьмак. Вот там был Атас. Но об этом как-нибудь, наверное, в другой раз. А пока что давайте все дружно помолимся императору. Вы знаете, что после такого я не то что молиться ему не хочу, я вообще не хочу даже упоминать о нем. Блин. В общем, ребят, все переходим на сторону хаоса. Я вас, конечно же, ни за что не агитирую, но... А почему бы, собственно говоря, и нет? Что ж, дорогие жители Терры, на этом, наверное, все. Этот сумбур окончен, пойду забудусь страшным сном. И, кстати, ко мне еще должны два наряда Инквизиции приехать. Да.